Но он позвонил мне и сказал: «Па, я 7 лет готовился к этому разговору. Таким хирургом, как ты, я точно не стану, а плохим не хочу стать». И он решил уйти из медицины. Да, я говорю: «Хорошо, интересно. Иди. Но то место, куда ты идешь, ты там должен быть лучшим». Он говорит: «Я тебе в течение года докажу». На сегодняшний день один из его клипов уже перешагнул 250 миллионов просмотров, там 255 миллионов, по-моему. Я горжусь тем, что раньше на него показывали и говорили: «Это сын доктора Куцаева». А сейчас на меня показывают и говорят: «Это папа Мияги». Да.